Должен вам сказать, друзья, что славный вьетнамский народ до чрезвычайности музыкальный. Что является следствием, что причиной, я не знаю, но вьетнамский язык также удивительно музыкален. У них нет падежей, зато есть разные виды интонации, в зависимости от того, как произносится слово, оно меняет свое значение и смысл. Но об этом более подробно вам расскажет наша подруга Анечка. Передаю слово. Здравствуйте, друзья из России, да? Значит, меня зовут Аня. Вот сейчас некоторые слова о вьетнамских языках, да? Значит, у нас в вьетнамском языке всего 29 букв, латинских букв, плюс 6 тонов. Дело в том, что сложно для иностранцев выучить вьетнамский язык, потому что из-за тонны. Так, значит, у нас всего 6 тонов. Так, смотрите, одно слово, да? Ма. Это буквы М и А. Правильно? Так, у нас 6 тонов. Первый тон, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Так, сейчас, короче, пример дам, да? Значит, ма, ма, это значит маньяк. Ма, вторым тоном, это значит но. Например, я люблю его, но не могу сказать ему. Вот. Ма, это значит самое главное слово, да? Мамочка, моя мама, вот ма. А если четвертый, да, ма, это значит лошадь. Перепутайте, не перепутайте ма и ма. Это значит мама и лошадь, это разные. Вот с пятым ма, это значит клавиша. Вот тоже сложно, да? И ма, молодой рис. Знаете, для нас, вьетнамцев, да, очень тяжело выучить русский язык, потому что у вас длинное слово. Так понимаете, у нас самое длинное слово состоит из семи букв и звуки как «нен». Вот самое длинное слово в вьетнамском языке. А если мы скажем «задрафствуйте», да, «задрафствуйте», значит «сэм» уже. Поэтому это как бы одна фраза на вьетнамском языке. Вот, и если хотите выучить вьетнамский язык, то я довольна быть вашим волонтером. Из Вьетнама большой привет Антошке, Таня и Габрюша. Большой привет. Вы знаете этот привет на вьетнамском? Синчао!